Привет, вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас, так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии, и, конечно же, загляните в описание. Сегодня у нас 8 июля, жара, немного облачно, и вследствие этого душно. Дождя, слава богу, нет, температура воздуха 30 градусов. Всевозможные водные аттракционы ходят по морю. Хотите на сапах, хотите флайборд, хотите на банане, хотите просто на своих кругах, хотите на катамаране. Вообще все 33 удовольствия. Жара, народ загорает, купается. Температура воды 25 градусов. Народу тьма. А находимся мы на Мандарине, на центральном пляже Адлера. Здесь всегда много народу, потому что центр города. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!